открылся вариант с фланговым подключением. Подача. Вынос удается хозяевам, но нарушение правил. Владислав Игнатьев первым оказался на мяче и уже вынудил сфалить Фримпонга, который подтолкнул его в спину. Ну, еще и по ноге врезал. Ну что ж, первый опасный штрафной у ворот хозяев сейчас будет разыгран. Я думаю, что имеет смысл нанести прямой удар. Практически на линии установлен мяч. На линии штрафной, чуточку подальше. Ну, позиция действительно убойная. Другое дело, что не всегда удается перебросить стенку, но не перебросить ворота. С такой дистанции. Небольшой. Игнатьев! Гол! Кубань забивает. На 12-й минуте. Потрясающий по красоте мяч. Владислав Игнатьев пополняет свой лицевой счет. Для него это уже 5-й гол в сезоне за Кубань. Он второй бомбардир команды. Ну и потрясающий, конечно, удар. Давайте смотреть на повторе. Перебросил стенку. Ну и в качестве зрителя наблюдал за происходящим Давид Юрченко. Что ж, вот так вот получает фору Кубань в самом дебюте. Забивает один из лидеров